Здравствуйте. Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. И сегодня в выпуске. Эндшпиль Эрдогана. Второй тур президентских выборов в Турции и зерновая сделка в разгар ожесточенных дебатов. Профнепригожин. Как в российских военных и политических элитах ищут крайнего за неудачи в Украине. И Грузия. Зеленый свет. Без виз и возобновление прямого авиасообщения с Россией. Кто в выигрыше? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, на 60 дней в середине недели удалось переговорщикам продлить зерновую сделку, которая обеспечивает проход судов с украинским зерном по Черному морю. Предыдущая договоренность об этом истекала 18 мая. О достижении согласия объявил в среду Реджеп Тайип Эрдоган, которому в минувшие выходные не удалось достичь решительной победы в первом туре президентских выборов. При этом он все же почти на 5% оторвался в гонке от своего главного соперника-кандидата от оппозиции Кылычдароглу, которому ранее опросы предрекали более ощутимый успех. Сейчас в Турции готовится ко второму туру президентских выборов, который решит судьбу этого поста. А я о главных интригах президентской гонки и о том, насколько своевременно для шансов Эрдогана на переизбрание подоспело продление зерновой сделки, спрашивала американского карьерного дипломата, экс-посла США в Азербайджане, экс-помощника замгоссекретаря США по вопросам Евразии, исполнительного директора турецко-финской энергетической компании «Лармор» Мэтью Брайзу. Мэтью, факт продления зерновой сделки добавляет очки президенту Эрдогану во втором туре выборов. Это, конечно, не уменьшит количество его сторонников, потому что для турецких избирателей очень важно, чтобы их уважали в мире. А продление зерновой сделки усиливает престиж Турции. Мы все понимаем, что это соглашение необыкновенно важное. Если бы оно не было продлено, в некоторых регионах мира мог бы начаться голод. Поэтому продление зерновой сделки может оказать положительное влияние на позицию Эрдогана. Но в целом, все упирается в экономику, а избиратели хотят, чтобы либо он, либо Кемаль Кылычдароглу восстановили экономическую стабильность в стране и начали проводить реконструкцию после землетрясения. Целый ряд аналитиков говорили, что выборы в Турции по факту являются референдумом для оценки деятельности Эрдогана на его политическом посту. Вы согласны с таким мнением? Да, Юлия, я с этим очень согласен. Эрдоган — это самый властный и искусный турецкий политик со времен Ататюрка. Он находится у власти уже 20 лет, и поэтому, да, эти выборы, без сомнения, являются референдумом о его кандидатуре. Примечательно, что он уже показал гораздо лучшие результаты, чем того ожидала оппозиция. Была одна категория, в которой ожидалось, что турецкое правительство потерпит поражение. Предполагалось, что так электорат отреагирует на последствия землетрясения в феврале. Если вы помните, сразу после землетрясения было много жалоб на турецкое правительство. Его критиковали за слишком медленное реагирование. И президент Эрдоган сам признал, что в течение первых двух дней реакция правительства была слишком медленной. Но сейчас они действуют гораздо быстрее и лучше. Справедливости ради, надо сказать, что пострадавшая территория в Турции была очень большой по площади, почти как штат Огайо. Это та территория, которая серьезно пострадала во время землетрясения. Там было недостаточно техники и спасателей для оказания помощи многим разрушенным зданиям. Однако с тех пор произошли существенные изменения. Во-первых, президент Эрдоган пообещал построить 310 тысяч жилых квартир и домов. Более того, 110 тысяч из них уже находятся в процессе строительства. Мне кажется, что турецкие избиратели были даже удивлены тем, насколько быстро идет реконструкция. И последнее, что я хотел бы добавить по этому вопросу, если посмотреть на наиболее сильно пострадавшие регионы, которые включают город Антакью и провинцию Хатай, по традиции они всегда были бастионами оппозиции. А в этот раз, несмотря на то, что партия справедливости и развития там не победила, она проиграла с очень маленьким разрывом, то есть чуть-чуть не выиграла. Тот факт, что самый сильный пострадавший регион чуть не перешел на другую сторону в поддержку Эрдогана и партии справедливости и развития, говорит о том, что народ считает, что правительство хорошо проводит восстановление после землетрясений. Мэтт, я хотела бы вернуться к международной политике и обсудить риторику турецкой оппозиции, касающуюся России и Украины. Лидер турецкой оппозиции Кылычдароглу делал много заявлений на эту тему, и создается впечатление, что тон этих заявлений претерпел ощутимую эволюцию. Сначала Кылычдароглу говорил, что будет поддерживать шаги в направлении мирных переговоров между Киевом и Москвой, и что отношения Турции с Россией не пострадают от изменения власти. Однако в последнее время риторика изменилась. Накануне он сказал, что, во-первых, не намерен проигрывать,
проигрывать на финальной стадии выборов, а затем добавил: «Мы не оставим наше отечество в руках лидера, который раньше был лидером Ближнего Востока, а сейчас смиренно стучится в российскую дверь». Конец цитаты. Я бы хотела попросить вас проанализировать эти изменения в риторике и обсудить в целом настроения, касающиеся России и Украины, в двух противоборствующих политических лагерях Турции. Те заявления Кылычдароглу, которые вы процитировали, отражают, насколько сложно Республиканской народной партии Турции разобраться в том, как относиться к Украине и к российскому вторжению в Украину. Можно процитировать еще одно заявление. Глава внешнеполитического отдела в Республиканской народной партии, очень опытный дипломат Унал Чевикоз, с которым я когда-то очень тесно работал, на прошлой неделе сказал, что если Республиканская народная партия победит на выборах, новое правительство Турции присоединится к санкциям против России. Но буквально на следующий день Кылычдароглу сделал шаг назад и сказал, что пока не уверен, что оппозиция действительно будет действовать в этом направлении. Я думаю, что курс, который выбрал Эрдоган и Турция по отношению к России, основан на структурных соображениях. Те же структурные соображения не позволят турецкой внешней политике сильно измениться, даже если Кылычдароглу и Республиканская народная партия победят на выборах. Что я имею в виду? Прежде всего, Турция, безусловно, это критически важный член НАТО. Второй по величине армии в альянсе. В прошлом, во время холодной войны, Турция играла ключевую роль на южном фланге НАТО по сдерживанию Советского Союза. В последние годы эта политика сильно изменилась вследствие того, что произошло значительное расширение деловых отношений между Анкарой и Москвой. Поэтому между ними появилась экономическая взаимозависимость. Турция импортирует большие объемы энергоносителей из России, а Россия, в свою очередь, строит 20-миллиардную атомную электростанцию в Акую. Несмотря на то, что Россия финансирует этот проект, мы хорошо знаем, как работает не только сектор ядерной энергетики в России, но и многие другие секторы экономики, и понимаем, что многие люди в Турции получают огромную выгоду от такой крупной инвестиции. Турция экспортирует большие объемы сельскохозяйственной продукции в Россию. Кроме того, в Турции очень много туристов из России. Эти экономические связи важны для Анкары. С другой стороны, ни одна страна, являющаяся членом НАТО, кроме стран Балтии и Польши, так сильно не выступает за расширение НАТО и за включение в него Украины и Грузии. Соединенные Штаты ведут себя в этом вопросе гораздо более осторожно, а Германия вообще не хочет, чтобы это расширение произошло. Но министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу очень последователен в своей постоянной поддержке расширения НАТО. Во-вторых, президент Эрдоган очень последователен в поддержке территориальной целостности Украины и в осуждении как российского вторжения в 2014 году и аннексии Крыма, так и последнего вторжения в 2022 году. Эрдоган постоянно выражает поддержку Украине и требует восстановления ее территориальной целостности. Дополнительно к этому мы все знаем, что Анкара предоставляет Украине беспилотники, которые играют решающую роль на полях сражений, что привело к гибели многих российских солдат и моряков. Имеют место также другие виды военно-технического сотрудничества, например, строительство верфи для фрегатов украинского военно-морского флота по технологии малой заметности. Я хочу сказать, что любой турецкий лидер должен будет учитывать два комплекса интересов. С одной стороны, это экономическая зависимость от России, а с другой — сильная поддержка Украине. И самый важный фактор — это то, что Турция со времен Османской империи воевала с Россией и с Российской империей больше, чем какая-либо другая страна, сегодняшний член НАТО. Поэтому Турция не хочет, чтобы Россия доминировала над ними, но Турция также стремится избегать ненужного напряжения и разногласий. Я думаю, что Турция считает, что разрушение и гибель людей в Украине — это трагедия. И последний момент. Турция хочет играть новую дипломатическую и стратегическую роль в сложившейся ситуации. Турция хочет быть укорененной на Западе, но не полностью. Клише о том, что Турция — это мост между Востоком и Западом, который в прошлом был преимущественно нацелен на Запад, но в течение последнего 21 года правления Республиканской народной партии этот акцент несколько изменился, и сейчас как турецкое правительство, так и вся страна считают себя больше ориентированными на Восток. Мэтт, возвращаясь к тому, что вы сказали о заявлениях президента Эрдогана, касающихся расширения НАТО и украинской территориальной целостности, нет сомнений в том, что Москва не очень рада такой риторике. Тем не менее, аналитики сходятся во мнении, что российское руководство предпочло бы, чтобы Эрдоган остался у власти, потому что между Путиным и турецким лидером уже сложились определенные отношения, несмотря на то, что эти отношения не всегда безоблачные и не всегда их точки зрения совпадают. Чем это можно объяснить?
Внешняя политика Эрдогана, как у Трампа, «сделаем Турцию снова великой». Его подход к внешней политике очень рыночный, практичный, в типичном ближневосточном стиле. Мы не друзья, мы деловые партнеры. Такой подход касается и дипломатии. Поэтому, когда Эрдоган поддерживает благопристойные и даже хорошие отношения с Путиным, это не рассматривается как противоречивое поведение. Хотел бы повторить, что все тут основано на чистой практичности. Эрдоган с чисто практической точки зрения ищет общие интересы и их развивает, если это выгодно для Турции. Но он не позволит никому помыкать собой. Я думаю, что так выглядит внешняя политика Турции по отношению к России. Would you agree that Moscow has a strong preference towards Erdogan, despite everything? Yeah, of course. Да, конечно. И это даже не потому, что из двух зол выбирай меньше, а из-за больших объемов важного сотрудничества, которое также выгодно России. Например, зерновая сделка. Путин бы на нее не пошел, если бы не считал, что она выгодна для России. Есть еще два фактора. Во-первых, Путин испытывает к Эрдогану уважение, как к сильному лидеру, и благодарен ему за то, что Эрдоган его публично не оскорбляет. Эрдоган занял жесткую позицию, но одновременно с этим он относится к Путину с уважением. Во-вторых, Путин всегда старается вбить клин между Турцией и НАТО, и Турцией, и Западом. Путин, конечно, знает, что Кылыч-Дороглу привержен идее сближения Турции с Европой. А Эрдоган придерживается более независимого курса в турецкой внешней политике. Как я уже говорил, да, Турция — это мост между Востоком и Западом, но он больше направлен в сторону Востока, чем Запада. В то время как при Кылыч-Дороглу мост между Востоком и Западом будет больше склоняться к Западу. Поэтому Путин предпочитает человека, который не так сильно склоняется в сторону Запада, а это Эрдоган. Мэтт, как вы считаете, есть ли у Вашингтона и Брюсселя предпочтения на этих турецких выборах? В течение последних нескольких месяцев президент Байден и госсекретарь Блинкен сделали несколько попыток улучшить отношения с Турцией, чему свидетельством является сделка с истребителями F-16. Эрдоган предложил сделку с F-16 для того, чтобы избавиться от негативных последствий из-за спора, связанного с истребителями F-35, за который Турция заплатила около $1.5 миллиарда, но сделка была аннулирована после того, как Турция купила систему противоракетной обороны С-400 у России. Затем президент Эрдоган решил деэскалировать эту ситуацию и сказал: давайте используем эти деньги и даже добавим на закупку самолетов, которые у нас и у Америки уже есть, F-16. Как Вашингтон может не согласиться на такую выгодную сделку? Тогда все забудут об F-35. Байден четко сказал, что он поддерживает эту сделку, и сделка состоится. Конгресс ее не будет блокировать. Так что Вашингтон осознал необходимость взаимодействия с Турцией как со стратегическим партнером. При этом, конечно, все помнят, как еще в 2019 году, тогда еще кандидат в президенты Байден, сказал свои знаменитые слова о том, что Турции нужен новый лидер. Но эти изменения должны осуществляться через урны для голосования, никак иначе. Мэтью Брайзе в нашем эфире. Стоит отметить, что Турция на этой неделе не подписала декларацию о создании реестра ущерба Украине на саммите Совета Европы в Рейкьявике. Об этом прессе сообщила замминистра юстиции Украины. В числе подписавшихся стран значится Грузия, Латвия, Литва, Молдова и Эстония. На этом фоне в Грузии продолжились дебаты по поводу возобновления прямого авиасообщения с Россией. Во вторник стало известно, что главный авиаперевозчик Грузии, компания Georgian Airways, получила разрешение на возобновление авиасообщения. Этот шаг последовал за заявлениями, которые были на прошлой неделе сделаны в Москве. Напомню, что российский президент подписал указ об отмене виз для грузинских граждан и возобновлении прямого сообщения между двумя странами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение российского руководства провокацией на фоне продолжающихся военных действий в Украине. При этом партия «Грузинская мечта» и представители грузинского правительства высказались за возобновление рейсов. Прокомментировать мотивацию российских и грузинских властей в этом контексте я попросила экономиста нашего постоянного гостя Сергея Алексашенко. Я вижу здесь намек на то, что Владимир Путин хочет создать или укрепить свою пятую колонну в Грузии, да, потому что понятно, что какая-то часть населения, какая-то часть грузинских элит, она заинтересована в business as usual, в укреплении, в улучшении экономических отношений России, потому что, будучи соседом, географию не изменишь, Грузия не может взлететь и перелететь на другую сторону земли. Она так или иначе будет соседом России, и экономика Грузии в серьезной мере
как будет притягиваться к экономике России. Там можно за счет политических барьеров пытаться ослабить эту связь, но совсем исчезнуть она не может, тем, учитывая особенно исторические накопленные отношения. Вот. И то, что Путин разрешает безвизовый режим, ну, он показывает грузинской, в первую очередь, бизнес-элитам, что, ребята, я считаю, что мы можем вернуться к ситуации business as usual. Забудьте про войну 2008 года, забудьте про то, что было 15 лет назад. Что было, то всплыло. И давайте не будем ворошить старое. Поэтому давайте я вам дам возможность зарабатывать в России по-прежнему. Вот. И вполне вероятно, что этот ход может удастся. А с другой стороны, отмена запретов на прямое авиасообщение я рассматриваю как частичное желание Кремля ну, как-то облегчить жизнь российским авиакомпаниям, которые ну, совсем зажаты, которым летать есть мало куда, и появление на карте полетов еще одной страны, еще одной точки, которая ну, является притягательной для россиян, как туристический центр, как центр отдыха, да, там съездить на неделю, на праздники, ну, в общем, почему нет? Да, поэтому вот, но главное, мне кажется, что политическое это желание создать пятую колонну или укрепить позиции пятой колонны в Грузии. Комментарии Сергея Алексашенко и к другим новостям. В американской столице на этой неделе все наблюдающие за развитием событий вокруг войны в Украине бурно обсуждали публикацию издания «Вашингтон-Пост», в которой на основе анализа ранее слитых в сеть разведданных сообщается о предположительных контактах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с представителями украинского ГУРа. Согласно публикации, Пригожин предложил украинской стороне отвести своих солдат из района вокруг Бахмута в обмен на передачу Киеву информации о позициях российских войск, по которым может ударить Украина. Из Москвы на этот счет уже пришли опровержения. Сам Пригожин заявил, что это ложь и происки его врагов. При этом недели ранее Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» оставят позиции в Бахмуте из-за недостатка предоставляемых боеприпасов и больших потерь. О том, симптомом чего громкие заявления Пригожина являются в военном и политическом внутриэлитном раскладе в России, я спрашивала российского политолога Кирилла Рогова. Ну, мне представляется, что эта утечка, как бы здесь нечего комментировать, потому что мы знаем более-менее, что вот эти материалы какие-то спецслужб, это собранные отчеты, в которых пересказываются просто слухи какие-то или сообщения каких-то источников, и мы совершенно не можем ну, за них отвечать. И мне кажется, это несущественно. Контакты могли быть разного рода контакты, и, да и такие контакты, какие-то договорные, я бы не исключал, но это не так существенно. Важнее действительно роль Пригожина во всей этой истории, его такое внезапное возвышение политическое и, возможно, сейчас крах или сдутие, что ли, его фигуры. Пригожин важен был в этой истории в двух как бы ипостасях. С одной стороны, действительно, летом, когда у военных ничего не получалось и не было живой силы, он вот сколотил эту армию, которая прикрывала фронт, и он был важен Путину как некоторая альтернатива военным, которая, как мне представляется, не очень разделяли планы Путина в военной кампании. Вторая его роль в этой истории, что он должен, как бы он первый такой человек, который публично формирует дискурс о том, кто виноват. Вопрос о том, кто за все это ответит, то крайне он будет центральным политическим вопросом ближайшего времени, потому что неудачная, бессмысленная, безумная война, огромные жертвы, политический тупик, и за это кто-то должен отвечать. Пригожин формулирует для части общества ответ на этот вопрос. Это виноваты предатели в генеральном штабе армии. И это они не давали фронту снарядов, это они как занимались какими-то договорниками, непонятно чем, зажрались, и вот на них должно быть сфокусировано негодование. И вот эти две роли, как такая альтернатива военным, вот частная армия, как альтернатива военным, которые не могут ничего сделать, и вторая, вот как человек, который публично первым начинает указывать на тех, кто во всем виноват.
из высказываний Пригожина буквально пару недель назад мы слышали, что он просил подкрепление и говорил, собственно говоря, вот эта вот мысль проводилась о том, что если подкрепления от Минобороны не будет, то Бахмут будет оставлен и так далее. Сейчас выясняется, что Пригожин как бы не может функционировать без официальных военных. При этом остается эта риторика, остаются его публичные заявления, которые ему то ли разрешают делать, то ли он их делает без разрешения. Что вот в данном случае, что происходит в этой динамике, есть ли у нас какое-то понимание и пришли ли к какому-то общему знаменателю по поводу необходимости и возможности координации и совместных действий частных военных формирований, официальной армии? Ну, видите, Пригожин никогда не мог взять Бахмут, никогда не мог действовать без военных, потому что ему нужна артиллерийская поддержка, и это все в руках военных, генштаба, и в этом смысле было противоречие, в том, потому что, ну, с точки зрения такой нормального военного командования, есть командующий группировкой, есть глава генштаба, и они должны определять цели и средства достижения этих целей во время войны. А тут появляется некоторая частная армия и некоторое частное лицо, которое уверяет, что он как бы глава, хозяин, непонятно кто этой армии, непонятно даже статусное его отношение с ней, что они вот ставят все такие цели, а если так, то они уйдут, вообще выйдут с позиции, а теперь им надо вот столько снарядов для этого, а теперь надо... Так вообще это в армии не делают. Кто-то главнокомандующий управляет и решает, как идет, какие цели операции и что. И в этом смысле это была такая, ну, такой явный, один из примеров такого кризиса управленческого в группировке и в этой войне. Этот кризис, собственно говоря, перманентный. И если вы посмотрите, как происходили перестановки в руководстве группировкой, то мы увидим этот такой перманентный хаос, постоянные передвижения. Там людей назначают, через две недели перемещают на другое место. Это постоянное состояние этой войны, постоянное состояние российского военного руководства. Видимо, это связано с тем, что, ну, почти несомненно, это связано с тем, что существует напряжение между, с одной стороны, Кремлем, предположим, Путиным и еще какими-то силами, которые, может быть, стоят возле Путина и, скажем, они поощряют Пригожина на его выступление, и военными, генеральным штабом. Путин, с одной стороны, не хотел отдавать полномочия военным, с другой стороны, ему важно возлагать на них ответственность. И вот это напряжение, и это неопределенность, и, возможно, это неопределенность, и это напряжение, оно существовало с самого начала, еще даже до начала операции, потому что, опять-таки, из тех же утечек мы узнаем одну из версий, что Герасимов, по всей видимости, до начала кампании был против полномасштабного наступления и, очевидно, имел в виду, предлагал в качестве альтернативы лишь наступление где-то на Донбассе, да, с последующим торгом. Вот. И вот результатом этого напряжения и несогласия, которое существовало с самого начала, на мой взгляд, а также необходимости на кого-то возложить ответственность, возникает вся эта вот пригожинская история и вся эта неуправляемое управление военной операцией. Кирилл Рогов специально для нашей программы. И это все, на что хватило времени в этом эфире. На этой неделе итогом исполнилось 8 лет. Хочу поблагодарить всех, кто остается с нами все это время, смотрит, комментирует и вдохновляет нашу команду на новые свершения. Это «Итоги голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь с нами и увидимся на следующей неделе. Спокойных вам выходных!